Кадровик работу свою знает, персонал на службу набирает и документацию ведет, законы права соблюдает, в делах его порядок и учет. И сегодня вы покажете свои профессиональные навыки, креативность, работу в команде. Но я хочу пожелать вам, чтобы это было у вас все в удовольствие. Вы ежедневно делаете эту работу. В этом году конкурс проводится совместно с организацией «Консультант Тува». Традиционно в преддверии Дня кадровика, который отмечается у нас в стране 24 мая, выявляется лучший кадровый работник исполнительной власти. Ведомствами были представлены 26 человек, которые поборются за почетное звание. Конкурс проводится в целях повышения престижа и повышение значимости кадровой работы, профессионализма кадровых работников, также межведомственного сотрудничества, укрепления между кадровыми работниками органов. Ежегодно формат конкурса меняется. В этом году он включает в себя два тура – индивидуальный и командный. Большая часть заданий – творческого уклона в виде интеллектуальной игры. Победителю конкурса присуждается почетное звание «Лучший кадровый работник 2024 года». Я думаю, что в этом году победит лучший, и думаю, что всем участникам понравится конкурс. Судить участников будут представители «Консультант Тува» и Республиканского департамента по вопросам государственной службы, а также независимый эксперт по противодействию коррупционной деятельности региона. Результаты будут оглашены непосредственно в профессиональный праздник сотрудников, то есть 24 мая. Тогда и станет известно имя лучшего кадровика 2024. Орлана Байду, Владимир Сюртук, Азамат Очур, телеканал «Тува-24».